Всем привет! Вы на канале Первомайский фермер или фермер Михалыч. Еще до конца не думал, как назвать. В общем, мы с красавицами, как я называю, с моими телочками деревенскими, вышли второй день на прогулку. Вот. Вчера первый раз я их вывел. Травы как таковой еще вообще в принципе нету, как говорит мой товарищ, он говорит, только губы жевать. Вот, но после дождичка обильного в течение 2 дней более-менее травка поднялась. Ну и вот мы вот от дороги по ложбиночке шли, они сами идут там, где вода, где трава посочнее. Вот. А первое видео, которое вот недавно вышло, вот сами видите, вот водичка, и вот они выбирают травку здесь, где посочнее она. То, как, с чего начиналось, почему я решил, я думаю, продолжу дальше, как бы уверен, что продолжу ряд этих видео. Вот, а так вот решил сегодня показать коровок. Вот это вот у нас Марта, беленькая у нас Милка, и вон в конце Красава. Красава у нас самая младшая, Марта средняя, Милка у нас постарше всех. У нее получается так, 1, 2, 4 отёла, 3 и 2. Вот. Еще 3 теленка, 11-месячных, я их дома оставил, там 1 телочка, 2 бычка, и вот от них красавец, 3 теленка, которых они вот подарили мне, нам, этой весной, 2 телочек и бычка. Вот телочку от Милки я очень-очень хочу оставить. Вот, посмотреть. Мне интересно, что из нее получится. Вот. Поля у нас заброшенные. Очень много земель, которые... Да я еще... помню, наверное, дошкольные времена, когда это все забросилось. Ничего здесь не делалось с тех пор, с тех моментов. Вон наверху, где большие-большие бугры, там как-то один фермер эту землю арендовал под картошку. Сажал там картошку, и помню, там половина поселка у него работала, собирали эту картошку. И кто как мог, таскал себе мешками, продавали с этого поля, по ночам собирали. Ну, кто как может, тот так и выживает. Вот, и сейчас вот сами видите, что на этом поле, во что оно превратилось. Начиналось все вот с таких вот маленьких кустарничков, и теперь здесь деревья. По поводу, были идеи у меня, они до сих пор есть, да, как-то эту землю реанимировать. Вот, я думаю, будет время и есть желание у меня вам рассказать.